Монета 1 копейка 2002 года, Российская Федерация, Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал, крупная цифра 1. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Копейка». Слева внизу и справа растительный орнамент, состоящий из двух переплетающихся ветвей с листьями и бутонами. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное. В центре поля монеты отчеканено рельефное изображение святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Фигура святого символизирует победу русского народа над злом, а также является элементом герба Москвы. Под левым передним копытом коня отчеканена буква «М» – знак Московского монетного двора. К этой букве мы еще вернемся. Она служит для определения разновидности монеты. В нижней части поля монеты указан год чеканки, дата 2002. Слева и справа полукругом надпись «Банк России». Обозначение эмитента. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты гладкий, на нем частично просматривается стальная основа. Изготовлена монета из стали, полкированной мельхиором. Магнитными свойствами обладает, то есть липнет к магниту. Вес монеты 1,5 грамма, диаметр 15,5 миллиметра, толщина 1,25 миллиметра. Чеканили монету на Московском монетном дворе, тираж неизвестен. Средняя цена монеты от 1 рубля до 10 рублей, в зависимости от состояния монеты. Имеет монета три разновидности, которые различаются по аверсу, по расположению буквы «М». Сейчас покажу крупно на рисунке. Вот на рисунке показаны три разновидности монеты. Штамп «А», буква «М» наклонена влево, штамп «Б», буква «М» прямо, и штамп «В». Буква «М» приспущена и сильно наклонена влево. Вот. Штамп «А» стоит 10 рублей монета. Штамп «М», штамп «Б» стоит 1000 рублей. И штамп «В» стоит до 3000 рублей. Встречаются монетные браки. Как вот такой вот раскол штемпеля на аверсе. Вот еще монетный брак. Полный раскол штемпеля. Такие до 1000 рублей доходят в цене. Вот еще такой брак. Двойной выкус.